мои друзья московские, муж с женой, как-то прогуливались по Арбату и увидели там Жерара Депардье, который очень сильно кричал, вообще махал руками, очень жестикулировал, торговался по поводу матрешек. Он покупал матрешек, ему не понравилась цена. И спустя какое-то энное количество времени уже новые знакомые, ссылаясь на эту пару, говорят, вот шлемы по Арбату увидели Пивоварова, обрюзгшего, лохматого, небритого, который орал там что-то, вот торговался. Я говорю, а вы разве не поняли, что он говорил на французском языке?